Ранее на своем канале я уже много раз вам рассказывал про такую категорию проектов, как дефляционные токены. Они же сейфкоины, они же токены с налогом. И зачастую это крайне примитивные токены, которые созданы на коленке, которые не имеют под собой ничего нового и не приносят никаких новых технологий на рынок и так далее. Но сегодня я хотел бы рассказать вам о проекте, в основе которого лежит дефляционный токен, но который при этом представляет из себя нечто большее. По крайней мере, по заверениям разработчиков и данным с официального сайта. Речь сегодня пойдет о компании под названием Blockchain Euro Project и его токене Bayrob. Именно компании, потому что Blockchain Euro Project имеет официальную юридическую регистрацию на территории Гибралтара, и данные об этой регистрации можно найти в документации на официальном сайте Blockchain Euro Project. В данный момент продукты от Blockchain Euro Project еще находятся в разработке, но планы у команды заявлены довольно масштабные. Они планируют создать собственную криптовалютную пару из сейфкоина и стейблкоина, запустить централизованную биржу, marketplace NFT токенов и собственную DeFi экосистему, состоящую из нескольких платформ. Причем это только основные планы на 2023 год. В целом же видение команды Blockchain Euro Project состоит в развитии полноценной экосистемы, основным экономическим топливом которой будет являться дефляционный токен под названием Bayrob. О механике работы подобных токенов я уже подробно рассказывал в своих предыдущих видео, поэтому сильно задерживаться на ней не буду. Только лишь кратко напомню, что в основе любого токена с гипердефляцией лежит механика налога, дополнительной комиссии на транзакции, которая взимается самими токенами, а не основной монетой сети. И собственно, токен Bayrob работает на базе сети Binance Smart Chain, поэтому при каждой транзакции с данным токеном пользователи должны будут уплачивать копеечную цену газа монетами BNB, а также налог в размере 10%. Распределение данного налога в Blockchain Euro Project выглядит следующим образом. 3% блокируются в пуле ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap. 3% автоматически распределяются между всеми держателями токенов Bayrob в качестве их награды. А остальные 4% помещаются на специальный кошелек для маркетинга, средства из которого будут использоваться командой для постоянного привлечения новых пользователей в проект, развития и продвижения своих продуктов. Помимо этого, у Blockchain Euro Project будет действовать механика черной дыры. Ведь 11% от общей эмиссии в 100 миллионов токенов Bayrob будет сожжено во время запуска проекта через контракт DX Sale. И в будущем эти сожженные монеты, лежащие на несуществующем адресе, будут постепенно перетягивать на себя часть наград с налога, тем самым постоянно уменьшая циркуляцию эмиссии токенов Bayrob. Купить же токены Bayrob можно будет различными путями. В данный момент у Blockchain Euro Project проходит приватная распродажа на их официальном сайте, в ходе которой инвесторам предлагается 10% от общей эмиссии токенов Bayrob по цене от 5 до 7 центов за токен. Покупка осуществляется пакетами на 1000, 5000 или 50 тысяч токенов Bayrob, и для ее совершения нужно заполнить специальную форму на сайте Blockchain Euro Project и отправить необходимую сумму стейблкоинов BUST на специальный адрес контракта. Помимо же простой покупки токенов по минимальным ценам, участие в приватной распродаже дает инвесторам и некоторые другие привилегии, например, право общения с разработчиками проекта и возможность голосовать за стратегию развития Blockchain Euro Project. Приватная распродажа началась 1 августа и продлится до 31 августа. И сразу после ее окончания 1 сентября на платформе DX Sale произойдет публичная распродажа токенов Bayrob, которая продлится всего один день. В ходе нее инвесторам будет предложено уже 40% от общей эмиссии токенов Bayrob по цене в 10 центов за штуку, то есть в разы выше, чем на приватной распродаже. Но для участия в паблик сейле не потребуется заполнять каких-либо форм и так далее, а нужно будет просто подключиться к сайту DX Sale своим кошельком MetaMask и оплатить покупку токенов. И далее, 2 сентября протокол DX Sale сожжет 11% от общей эмиссии токенов Bayrob, а команда Blockchain Euro Project проведет блокировку ликвидности на децентрализованной бирже PancakeSwap, используя для этого 35% эмиссии и средства, собранные в ходе обоих этапов распродажи. Причем блокировка начальной ликвидности будет осуществлена на несколько лет, а со временем она будет только увеличиваться за счет постоянных поступлений с налога на транзакции. Более же подробную информацию о Blockchain Euro Project и токене Bayrob и планах команды на будущее вы сможете узнать на официальном сайте проекта в их белой бумаге и OnePager. Только, разумеется, перед совершением любых инвестиций обязательно проводите собственное исследование проекта. Убедитесь в действительности их лицензии, проверьте параметры смарт-контракта, чтобы избежать любых рисков, которые в индустрии DeFi являются как нигде высокими. На этом у меня все, друзья. Вовремя фиксируйте свою прибыль, жирных вам иксов и до новых встреч!